Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас очередная встреча в рамках совместного проекта канала «День ТВ» и Московского педагогического государственного университета. И на эту встречу я пригласил доктора исторических наук, старейшего профессора университета Леонида Михайловича Лишенко. Ну, по секрету скажу вам, что Леонид Михайлович – это один из моих замечательных учителей, у которых я учился в 80-х годах, когда ИСТФАК тогдашнего МГПИ имени Ленина гремел на всю страну, и кафедра феодализма, так называемая, была ничуть не хуже, чем аналогичная кафедра Московского государственного университета. Мы запланировали с Леонидом Михайловичем несколько бесед, которые будут посвящены в том числе и таким известным фигурам нашей истории, как император Александр I, Николай I, Александр II и другим персонажам. Но начать этот цикл мы хотим с хорошо известной, но в то же время, прямо скажем, непростой темы, поговорить о декабристах и народниках. Почему именно о них и как бы в одном флаконе? Дело в том, что совсем недавно вышла книга Леонида Михайловича «Декабристы и народники», которая вышла буквально несколько месяцев назад. Леонид Михайлович широко известен широкому читателю как автор блестящих исторических работ. Это уже далеко не первая его книга, но поскольку она вышла буквально вот несколько месяцев назад, мы поэтому сегодня и выбрали для нашего разговора именно эту интересную тему. Здравствуйте, Леонид Михайлович. Здравствуйте. И вот у меня будет к вам вопрос. Почему вот вы под одной обложкой решили все-таки объединить и декабристов, и народников? Казалось бы, это представители совершенно разных течений русской общественной мысли и представители разных этапов русского освободительного движения, но если исходить из классической формулировки Владимира Ильича Ленина о том, что декабристский этап – это начальный этап освободительного движения, а разночинский этап, где главную роль играли именно народники, это как бы следующий этап освободительного движения. Вы знаете, все началось, конечно, с любопытства, ну а ежели серьезно, то захотелось посмотреть, когда, как и почему началось организованное радикальное движение в России, есть ли у него родовые черты, которые передаются из поколения в поколение, или это выдумка авторов сборника «Вехи» знаменитого. Ну и, наконец, к чему привело, каковы уроки вот этого движения. А декабристы и народники, ну, видите, они радикалы, конечно, и те, и другие, но настолько разные, что захотелось вот увидеть и показать, в чем разные, и что, в чем в то же время одинаковые. Вот с этого все начиналось, с этой книжкой. Понятно. А скажите, насколько вот у нас, я уже говорил об этом, существует такое довольно устойчивое мнение, что представителями двух основных течений в революционном освободительном движении были, с одной стороны, дворяне, то есть представители вот этого самого дворянского этапа, и, с другой стороны, разночинцы, представители вот этого самого разночинского этапа освободительного движения. А насколько вот социальный состав участников этих движений был уж так полярен, как это принято считать? Или все-таки это во многом такое заблуждение и ходячий штамп? Вы знаете, тут самое-то главное в том, что в России, вот во всех лагерях общественных, и среди консерваторов, либералов и радикалов, основной силой была интеллигенция, а не третье сословие, как это было в классике в Западной Европе, на Западе. И интеллигенция российская – это, конечно, вещь в себе. Во всех словарях толковых мира до сих пор есть слово «интеллигенция», и в скобочках тут же «русизм» написано. Mm-hmm. То есть это чисто российское, русское явление, поэтому прежде всего надо было глянуть, что это такое. Вы понимаете, интеллигенция, она же вот дворянская и разночинная, она по-разному образовывалась.
Дворянская интеллигенция начинается, так, по-хорошему, ну, после екатерининских жалобных грамот дворянству, да, угу. Когда дворяне получили возможность заниматься тем, чем хотели. Я часть из них занялась философией, политэкономией, историей, ну, то есть то, что называется свободной профессией. То это был их личный выбор. А вот разночинцы – это дело другое. Вообще этот слой впервые, название появляется, по-моему, в 1718 году. 1718, да, при Петре I. Дело в том, что император ведь, великий наш, хотел все разложить по полкам, в том числе и социальный состав страны. А у него никак не получалось никуда деть солдатских детей, матросских детей и детей мелких придворных служащих. И он придумал вот такую социальную страту новую – разночинцы. Угу. Но они пропали потом надолго из государственных документов, их было очень немного. А вот при Елизавете Петровне опять появляются. Причем появляется указ, который потом повторяется раз в 15 лет примерно. И указ, говорящий о том, что разночинцы имеют право заниматься только двумя вещами. Или свободными профессиями, становиться интеллигентами, или чиновниками. Все. Угу. Все. Не торговать, не открывать промышленные предприятия, ничего этого. То есть в разночинцы правительство записало, то есть в интеллигенты разночинцев правительство записало. Угу. Это не их выбор был. Угу. А поскольку положение интеллигента в России, оно было всегда не очень, так сказать, таким заманчивым, угу, то благодарить правительство за это разночинцам вообще было не за что. Когда происходит, сначала это действительно дворянская интеллигенция, затем дворянские разночинные, а начиная с 50-х годов разночинно-дворянская, а после уже и разночинные чисто. Угу. Чисто разночинные. Разница была довольно большая. Ведь дело-то в чем? Дело в том, что интеллигенция – это ведь слой, ну, ущербный. Он социально ущербен, потому что он зажат между народными массами и высшими, так сказать, слоями населения. То есть элитой. Элитой, да, ну, дворянской элитой. И культурно ущербен, потому что интеллигентская культура – это не дворянская культура. Интеллигентская культура – это не культура народных масс. Угу. Это прозападная, собственная, так сказать, вообще культура. И, казалось бы, положение ужасное. Это чужие среди своих. Угу. Но интеллигенция нашла из этого тяжелого положения классный выход совершенно. Они заявили так, что поскольку они не принадлежат ни к одному сословию, они выражают общесословные интересы. Интерес, то есть они были, ну, что говорят, как сейчас говорят, ниже плинтуса, но подняли себя вообще над всеми сословиями вот одним этим заявлением. То есть самомнение у них было, да, уже тогда. Да, 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 вера в свои силы. Самое интересное, что, понимаете, ведь на Западе тоже был слой подобный, но они назывались интеллектуалы. И они очень быстро были вмонтированы в третье сословие. Успешно, быстро и нормально. Интеллигенция российская, она, беда-то заключалась в том, что она интеллектуал, да, интеллектуалы должны были, естественно, разрабатывать планы развития страны, mm-hmm, да, mm-hmm, но они никогда, и их никто не допускал до этого, не проводили эти планы в жизнь. Mm. А то есть они были мозговым штабом, да, условно говоря, да, и не более того. Да, а интеллигенция российская, как известно, она и разрабатывала планы, и пыталась их провести в жизнь. Mm. А вот это было ужасно. Потому что если перефразировать известное положение Маркса, пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, интеллигенции не было, тоже не было ничего терять, кроме своих пишущих ручек, вы понимаете, mm-hmm, это самое. И поэтому придумывать она могла все, что угодно. Mm. Она и придумывала все, что угодно. Любые утопические планы, и стояла насмерть за эти планы и за эти утопии. Угу. Ведь русские дискуссии, вот так, как мы их знаем, они начались именно оттуда. Угу. Когда во время дискуссии главное не услышать оппонента, а оглушить оппонента его, это самое, заткнуть, оглушить и так далее. Понимаете? Это идет, конечно, оттуда. Угу. Вот, вот что получилось с этим социальным составом. Понятно. Радикального лагеря. Очень интересно, спасибо, Леонид Михайлович. Тогда у меня возникает как бы следующий, вытекающий отсюда вопрос. А почему, собственно, появилось само вот это радикальное течение в общественной мысли? Каковы были причины, вот такие глубинные и поверхностные причины его появления? То есть что, условно говоря, лежало
в первом слое, а что лежало в более, так сказать, глубинных слоях. Что на виду, а что было скрыто. Да. Ну, если говорить об организованном движении радикальном, то это мы должны говорить о декабристах, потому что одиночки, которые им предшествовали, ну, тот же Радищев, скажем, это все-таки одиночки. А если говорить о декабристах, тут вот что интересно. Вы понимаете, движение радикальное, да, наверное, любое, но радикальное в частности, оно не появляется вот ниоткуда. Должен быть какой-то более широкий слой, какая-то питательная среда. Вот если говорить о декабристах, то такой питательной средой было свободолюбие и свободолюбцы. Mm-hmm. Если говорить о народниках, такой питательной средой был нигилизм и нигилисты. Mm-hmm. Если говорить о большевиках, такой питательной средой был марксизм и марксисты в самом широком, так сказать, понимании этого слова. Mm-hmm. Так вот, декабристы, что такое свободолюбцы, из которых, так сказать, вернее, вот на почве которых они вырастают, да? Это не политическое течение. Свободолюбцы русские, конец 18-го, начало 19 века, Пыляев же недаром написал книжку «Чудаки и оригиналы конца 18-го, начала 19 века mm-hmm. в России». Вот они были, это были салонные ворчуны, оппозиционеры, протестующие против политики верховной власти. Это были чудаки-оригиналы, которые протестовали против того, что их заставляют вот действовать так, а не иначе, одеваться так, а не иначе, вести себя вот так, а не иначе. И потом на них, в конце концов, на этих людей махали руками. Ну, что с него взять? Чудак, оригинал. Но вот, это типа пускай... Григория Сковороды, нет? Да, и то же самое. Да, их много было достаточно. Свободолюбие проявлялось в дуэльных историях. Ведь никогда не было в России столько дуэльных историй, как в 1810-х годах. Угу. Почему? А потому что дворянство возмутилось. Вот их свободолюбие, оно не давало им, так сказать, вот спокойно воспринимать этот указ о запрете дуэли. Что значит дуэль запрещена? Это значит, дворянин не может собственной жизнью распоряжаться? Да. Варьеру и немедленно. И постоять за собственную честь. Конечно. Да? И тут же появляются не просто дуэлянты, а появляются ну, люди, которые стреляются чуть ли не каждую неделю. Вызывают людей, причем вызывают по мельчайшим поводам, сами стреляют после этого в воздух, это сам, потому что ну, они знают, что не виноват человек. Но вот выстрел как протест против запрета правительства. А были свободолюбцы, которые ну, занимались, как когда говорили, гусарством. Mm-hmm. Я бы сказал, мелким хулиганством вообще, по-нашему вот, современному. Mm-hmm. Ну, скажем, Михаил Сергеевич Лунин поспорил mm-hmm. на корзину шампанского, что вот он... Значит, сделает то, что сделает. И сделал. Голышом в 12 часов дня проскакал по Невскому проспекту. Mm-hmm. Корзину шампанского выиграл. Mm-hmm. Были гвардейцы... Я думаю, что сейчас тоже найдется немало таких смельчаков, да? Гусарство, да? Да, гусарство. А были гвардейские офицеры, которые пели неприличные абсолютно серенады сестре императора Александра I у нее под окнами. Это а потом, Екатерина Павловна? А потом, да, потом на лодке убегали от полицейского катера. Это самое. Mm-hmm. Всяко было. Ну, понятно. Это был вот такой вот... протест, из которого начинает проклевываться декабризм. А если говорить уже о декабризме самом, то тут, конечно, были причины внешние и внутренние. Mm-hmm. Ну, если о внешних причинах, то ну, это, конечно, французское просветительство, и это, конечно, французская революция. Причем французская революция, она загадала декабристам, вообще всей мыслящей Европе, две загадки. Обязательно ли революция заканчивается террором? И второе, обязательно ли революция заканчивается диктатурой одного лица или нескольких лиц? И для декабристов эти вопросы были очень важны. Если обязательно заканчивается этим, имеют ли они право делать революцию? Для них, они так до конца, да, так и не решено это до конца и до сих пор, конечно, но для них это было очень важно. Второе, говорит следующее, ну, наверное, это тайные организации европейские. Карбонарии, Тугенбунд немецкий, это самое. Они историю этих тайных организаций изучали, ну, учась на этом, собственно говоря. Третье, масонство. Конечно же, западное, ну, в России уже достаточно распространенное к этому времени. Среди руководителей декабристов трудно найти человека, который не был бы масоном. Не присоединялся тогда или иначе к масонским ложам, потом выходил кто-то не выходил, это не важно. Что их туда тянуло? Ну, во-первых, мода, конечно.
Во-вторых, вот антураж вокруг масонов. Они же молодые ребята, декабристы были тогда. Все эти тайны, все эти посвящения, ритуалы. Ну, кроме того, демократизм внешний. Они же братьями называли друг друга. Внутренне очень иерархические организации масонские. Но внешне очень демократические. Ну и, наконец, была такая идейка, а нельзя ли масонские организации использовать в собственных целях? Была и такая. Они быстро поняли, что нельзя. Была еще одна шкурная чистая вещь. Скажем, через масонские ложи можно найти было себе покровителя. Связи, да. Покровителя настоящего. Вот Пестелю долго не давали полком командовать. Полковником его не давали. Не производили чин полковника. Да. Вот он через эти масонские ложи пытался найти покровителя, чтобы вот получить этот полк и чин полковника. И в конце концов он Вятский полк получил. Ну, что еще? Заграничные походы, конечно. Конечно, заграничные походы русской армии, когда они молодые ребята, кто-то впервые вообще увидел Европу. И увидели, как можно жить без крепостного права, без монархии, там, ну и так далее. Какие политические салоны можно заводить, оказывается, во Франции, спокойно обо всем разговаривать. Для них это, на них это произвело, конечно, впечатление гигантское. Ну и не будем забывать, что за всем этим где-то там в подкорке эпопеи Наполеона. Эпопеи Наполеона, которую тогдашнюю молодежь, конечно, потрясла очень сильно. Ну, да. Что вот человек сделал сам себя, свою судьбу. И вот, значит, каждый человек может свою судьбу сам выковать. Если говорить о причинах внутренних, то здесь надо начинать издалека. Надо начинать с дворцовых переворотов середины и второй половины XVIII века. Обязательно. Потому что там появилась одна идея необычайно важная. Вы понимаете, ведь вообще-то говоря, нарушение присяги, убийство монарха – это грех. Это большой грех. И это бесчестие. Но, как показали эти дворцовые перевороты, если это для блага России, то можно. И вот у дворянства в голове начинают раздваиваться вещи эти две. Россия и монарх. То, что было раньше единым абсолютно. А теперь вот ради блага России можно монарха, значит, и убрать. И поэтому, когда Николай I начинает допрашивать арестованных декабристов, они не понимают друг друга иногда. Ну вот к нему приводят Николая Бестужева. И Николай I на него набрасывается, что как же вы, капитан, нарушили присягу. А тут говорит, на полном серьезе, а я не вам присягал, а России. Россия. Для Николая I это одно и то же. А для Николая Бестужева это разные вещи. И это вот идет от этих самых дворцовых переворотов. И это представление, оно уже в армии и в гвардии существовало довольно широко. В офицерском корпусе, конечно. Ну и, безусловно, это жалованная грамота дворянства Екатерины II, потому что без нее вообще ничего бы не было, наверное. Ну да, сначала манифест о вольностях, а потом жалованная грамота. Да, жалованная грамота, потому что, ну, Натан Эйдельман в свое время очень красиво сказал, два непоротых поколения дворян и декабристы на Сенатской площади. Ну да, да, да. Чувство собственного достоинства, чувство гражданственности, оно появляется, когда тебя перестают пороть. Когда не могут тебя выпороть, когда ты защищен. Тогда появляется чувство собственного достоинства. А до этого уже вряд ли. Поэтому, я прошу прощения, поэтому, наверное, дворянство таким образом и отреагировало на Павла I, который как раз восстановил вот эту практику пороть дворян за... Они же прекрасно помнили, кто они такие были в 17 веке. Ну, действительно, служилось сословие. Евгений Юрьевич, вот три мушкетера. 17 век. Вы можете себе представить Д'Артаньяна, которого разложили на Гревской площади по приказу короля и выпороли? Ну, конечно, с трудом. Если бы его отпустили, он тут же побежал бы убивать короля за то, что оскорбил род Д'Артаньянов. А русские дворяне благодарили Алексея Михайловича за то, что он о них вспомнил и приказал выпороть. Вы можете себе представить Д'Артаньяна, который пишет королю письмо и подписывается «Твой верный раб Д'Артаньяшка». А русские бояре так и подписывались. Твой верный раб Васятка, твой верный раб Ивашка. Какое чувство собственного достоинства? Оно появляется вот в 18 веке только. Дальше, если о причинах, конечно, это либеральные посулы Александра, обещания Александра I. Они же вообще купились на это. Они же императора готовы были поддерживать, предоставить свои силы и так далее.
ну вот обманул с их точки зрения, получается. Ну да, правитель слабый, лукавый. И, конечно, Отечественная война 812 года. Дело в том, тут не только подвиги самих, так сказать, офицеров там и прочее. Дело в другом. Они увидели красоту, смелость, самоотверженность народа. Народа вообще. То, чего бы они в мирные годы не увидели никогда. А и после этого держать такой народ в крепостничестве, для них это было смерти подобно. Вот, по-моему, причины, основные появления этого. Но при этом, как мне кажется, ведь реальные программы отмены крепостного права были ведь только, по-моему, у Ивана Тургенева, у Ивана Якушкина. А в остальных программах-то это просто как бы шло рефреном, там же конкретных-то... Ну, декларировалось. Декларировалось, да, наиболее, да, да, да. А, хорошо, Леонид Михайлович, тогда у меня вот другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему вот это движение декабристов, то есть вот этого дворянского как бы, вот вы сказали, что, может быть, в чем-то вот эта ленинская характеристика, она довольно условна, поскольку в рамках освободительного движения происходило вот это вот, что называется, на определенных этапах соединение разных, так сказать, социальных групп там, сословных страт и так далее. И мироощущений. Да. И почему вот на каком этапе все-таки произошла вот эта смена декабристов на революционных народников? И что вообще подвигло вот к этой смене? 50-е годы 19 века это происходит, конечно же. Дело в том, что тут два процесса объединились, соединились, и они подпитывали друг друга и усиливали друг друга. Ну, во-первых, верховная власть приходит в 50-е годы к четкой мысли, что менять придется. Менять придется многое. В России, ну, прежде всего, в социально-экономической области, но, может быть, и в области политической. А с другой стороны, вот эта самая разночинная интеллигенция, она приходит, появляется русский социализм. То есть появляется то знамя, поднятое Герценом, за которым можно идти. Русский – это крестьянский социализм. Ну да, да, общинный. Да. Да. Тот социализм, который вот должен указать вообще ни много ни мало всему миру путь к справедливости. Вы понимаете, какая штука? Вот с этого момента социализм в нашей стране – это не просто политическая или научная теория. Это теория мессианская. И поэтому изжить ее вообще невозможно. Ну как можно изжить вот мессианскую теорию из головы людей, понимаете? Это миссия России вот, указать всему миру путь к справедливости, к прогрессу, вот, к любви всеобщей, там, благости. Соборность. Конечно, конечно, конечно. И вот в 50-х годах происходит вот эта вот замена, смена поколений в радикальном лагере. Ну, плюс, конечно, всякие новые явления типа нигилизма. Как модного течения. Ну, это опять-таки последствия ведь чего? Последствия того, если по большому счету, что французская философия просветительская умерла. Вот, я об этом она как умерла, раз хотел сказать. И появляется классическая немецкая философия. А вместе с ней появляются совершенно новые мироощущения, задачи абсолютно новые у стран. Оказывается, нет единого пути к прогрессу. А есть отдельные национальные пути вообще к этому прогрессу у каждой страны и народа. И вот отсюда происходит смена и поколений в радикальном лагере российском. Понятно. А скажите, вот само народническое движение, которое, вот вы сказали, возникло где-то в 50-х годах, оно, безусловно, и неизбежно менялось. И вот можно ли проследить какие-то вот основные этапы изменения и состава этого движения, и идейных установок, и, главное, самой тактики реализации этих идейных установок. Да, конечно. Тут ведь что важно? Важно то, что вот 60-е годы, ну вот когда начинает как раз народничество набирать силу, становиться действительно явлением заметным, начинается все это довольно трезво. Начинается это с Чернышевского, его ближайшего окружения, с людей-утопистов, но абсолютно трезвых утопистов. Потому что Николай Гаврилович, скажем, он ведь говорил о том, что революции по заказу не совершаются. Для этого нужны условия. То, чего молодежь никак не хотела понимать. Даже его роман «Что делать?»
А ведь произведение, ну, не трагическое, но драматическое. Потому что это роман о революционерах, которые родились слишком рано. Они ничего не увидят. Они уйдут. Будут вынуждены уйти. А без них станет хуже. И опять позовут таких же людей обратно. И опять уйдут. И так далее. Ведь самое интересное... Пока не созреют необходимые условия. Конечно. Ведь самое интересное, никто не хочет замечать, что в конце романа эта дама в розовом, которая символизирует в снах Веры Павловны революцию, появляется в трауре. Не в розовом платье, а в трауре. Она провожает вот этих революционеров, героев романа, понимаете, это самое. И недаром же Рахметов выезжает за границу. Ему в России делать нечего. Этого никто не хотел понимать из молодежи, из последователей. И с 62 года, с прокламацией «Молодая Россия» Заичневского, в радикальном лагере появляется экстремизм. Экстремизм – это совсем другая вещь. Экстремизм – это делание революции, невзирая ни на что, сию минуту. Вот ни на какие условия, вот сейчас же, к бунту, вперед. Это ужасно. Это было ужасно. Это подвело и Чернышевского, потому что его, в общем-то, за пожары, начавшиеся в 1962 году, посадили, в конце концов, и сослали. Это сменило вектор вообще народнического движения, потому что появляется кружок Ишутина, откуда выходит Каракозов, стреляющий в Александра II, неизвестно зачем и почему. А затем появляется Сергей Геннадьевич Нечаев. Но это вершина. Это вершина экстремизма, безусловно, это беспардонное совершенно манипулирование людьми. Катехизис революционера. Это ведь, вот если спросите, что революционного сделал Нечаев, я ведь не смогу ответить. Уголовный преступник. Ну, прокламации, да, распространял, но вообще уголовщина. Абсолютно. Шантаж, собирание компромата на своих же товарищей. А женить бы фиктивные на богатых невестах, чтобы получить богатое, ну, наследство за невесту. А подготовка убийства родителей богатых, чтобы получил наследник и передал потом организации революционной вот эти самые родителями собранные средства. Надул Герцена и Огарева, когда... Да, 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 Бакунина. Бакунина, да. Спер у Бакунина со стола компрометирующие письма у него. Это... Ну и в конце концов, конечно, убили Иванова. Ивана Иванова, студента, ни в чем абсолютно не повинного. Ну да, который просто отказался повиноваться, да, его диктаторским, да, замашкам. Да, да, да. И вот этот экстремизм, он, конечно, наложил отпечаток на это народническое движение. 70-е годы начинаются с отрицания Нечаева. Вот все как не у Нечаева. У Нечаева была программа, у нас не будет. Ну, да. У Нечаева был устав, у нас не вот будет. Те же чайковцы. Чайковцы, да? Конечно. Но в конце концов потом ведь все это возрождается. Ну, да. Вот этот экстремизм, это, понимаете? И «Земля и воля» сначала, когда она завела децентрализаторскую группу, которая должна это была... Это вторая уже «Земля и воля», да, которая вторая, да, да, да. Возникла в 70-е, да, годы. Да, в 76-м. Да, потому что первая, мы напомним, просто первая существовала в первой половине 60-х, да, годов. Да, да, да. Значит, ну вот эта группа должна была убивать наиболее видных министров царя. А, ну, и защищать, конечно, подпольную организацию. То есть это у них была прям такая, да, программная установка? Да, именно, да, так, да, да? Да, да, да. То есть высший чиновничий слой, правящие там, элиты? Там было написано так, наиболее выдающихся людей из членов правительства, из числа правительства. А кто определяет, кто наиболее выдающийся вообще, кого убивать, это не важно. Вот. Но, с другой стороны, понятно, почему она возникает. Подпольная организация должна защищаться от шпионов, провокаторов, агентов полиции. Ну, да. Ну, естественно. Но, а в народной воле уже все переворачивается. Здесь террор как защита, вот с добавлением убийства, так сказать, этих каких-то видных деятелей. А у народной воли террор как единственный метод действия. Как вот метод революционного переворота. Совсем другое уже это самое. То есть получается, что все-таки декабристы и разночинцы, они существенно отличались, конечно, только по своим воззрениям, да, но и по тактике. Даже несмотря на то, что среди декабристов были тоже идеи цареубийства были, и так, да, далее, и так, да, далее. Да, и вот, да, в чем все-таки вот это вот принципиальное как бы различие? Ну, давайте начнем с того, что декабристы стеснялись своего участия в подпольной деятельности. Она им, это противоречило нормам чести дворянина, нормам чести гражданина с их точки зрения. Вот подполье – это стыдно в своей стране, понимаете?
Народников это совершенно не тревожило. Абсолютно. Даже, может быть, вдохновляло. Конечно, да? Конечно. Декабристы боялись прослыть гнусными убийцами и опасались народного бунта, потому что он неуправляем, народный бунт. А для народников вообще эти вещи были совершенно привычны, программны и совершенно, опять-таки, их не стесняли. А декабристы абсолютно по-разному, и народники абсолютно по-разному относились к верховной власти. Для декабристов она была близкой. Ну да, и социально там, близкой. Там и родственников полно, ну и социально, да. Все понятно, и царь, император понятен. Ну, они его все время видят в караулах вообще, ну, это да, сам, да, в зимнем дворце. Офицеры, там, да, гвардейцы же. А для народников это враг. Mm-hmm. Это враг вот неприкрытый и абсолютный. Это верховная власть. Для народ. Ну, для декабристов народ – это контрреволюционная сила. Ну да, Ленин говорил, что страшно далеки они от народа. Да нет, дело не в этом. Крестьяне – наивные монархисты. Ну да. Как они могут поддержать революционеров? Они за монарха стоят, за монархию. Ведь во время французской революции революция справилась со всем, кроме Вандеи. Крестьянской области во Франции. Угу. И воевали вандейцы, крестьяне под знаком это сам бурбонов. Три золотые линии на белом фоне. Никто ничего не мог с ними сделать. Никто. А и декабристы это прекрасно знали. И поэтому, а что они могли сделать? Идти в крестьяне, в народ и... Ну, да ну. А правительству было достаточно сказать, вот эти вот против Бога, царя и Отечества. И все. Ну, да. И все. Только декабристов и видели бы. Контрреволюционные силы, поэтому они отодвигали этот народ от восстания как можно дальше. Народники обожествляли народ, особенно крестьянство. Ну, просто обожествляли. Идеализация, мифология, конечно, но для них это вот свет в окошке. Это свет в окошке. Ну, наконец, революция. Для декабристов это один из способов переустройства общества. Для народников единственный способ переустройства. Декабристы надеялись и на реформы, народники уже на реформы не надеялись никак. Ну и последнее, демократия, что это такое? С точки зрения декабристов, в основе демократии должны лежать ценности, неотчуждаемые, то есть права личности, закрепленные в законах. Для народников демократия – это мнение большинства. Ах, вот так. Закрепленные в силе. И все. И тут, так сказать, действительно можно спорить, не спорить, но взгляд-то абсолютно разный. То есть это радикальная вообще перемена содержания самого так называемого освободительного движения. Если коротко, у декабристов были моральные тормоза, нравственные. У народников они отсутствуют. Отсутствовали. Ну, как Сергей Геннадьевич сказал, дал определение в свое время это самое, что нравственно все то, что способствует делу революции, безнравственно все, что ему препятствует. Нравственности тут нет вообще. В этом определении. Но вот это взято было как правило. И... Но ведь эти идеи ведь потом фактически были не просто взяты на вооружение, но и во многом были воплощены, так сказать, через реальную практику, да. Воплощение, да. Вот многих ведь этих идей, которые, конечно, рождались именно тогда. Конечно. А демократический централизм? Скажем, это же не Чаевское изобретение тоже. Да? Да. Что большинство проголосовало, все, никаких возражений, все остальные должны, члены организации, поддерживать это решение. Тоже оттуда же идет, да. Понятно. Леонид Михайлович, у нас вот время, так сказать, неизбежно утекает. Я хотел бы немного вернуться к декабристам, и у меня два личных вопроса, если можно. Да, конечно. Значит, первый вопрос, он касается... ну вот современной концепции, ну так назовем ее мягко, профессора Боковой Веры Михайловны, которая... И Оксаны Ивановны Киянской. Да, Киянской, которая утверждает, что, дескать, вот та концепция декабризма, которая традиционно существует в нашей историографии, она была чуть ли не создана самим Николаем I и Павлом Пистелем. У них была договоренность, значит, при первой встрече. И вот потом вот эти ложные, как бы, документы допросов Пистеля, они потом и легли в основу вот той теории декабризма, которую активно развивали и академик Нечкин, и академик Дружинин, ну и многие другие ученые. Насколько вы считаете их точку зрения обоснованной? Вы знаете, вот этот взгляд
без учета чего бы то ни было, называется, так я это называю. То есть без учета, вообще говоря, атмосферы тогдашнего времени. Это взгляд из начала 21 века. Вы понимаете? То есть он не исторический? Это взгляд с точки зрения общечеловеческих ценностей. Или, если хотите, заповедей Христовых. Это идеал, безусловно. К нему можно стремиться. Но судить людей по мере, что вот они этого не соблюдали... Что вот там Пестель с Юшневским воровали из дивизионной казны чего-то там, что-то там еще. Это значит вообще не понимать атмосферы начала 19 века. А без этой атмосферы, как Юрий Михайлович Лотман правильно совершенно заявил, движение декабристов вообще без толку изучать. Ну да, не понятно. Без толку, абсолютно. Ну... Ведь вот для нас, скажем, маздаимцы и лихаимцы – это синонимы. Ну, одни взяточники, и те, и другие. Ну, да. А в первой половине 19 века мздоимцы – это вполне уважаемые люди, а лихаимцы – это гады. Ну да, то есть те, кто берут взятки, они, в общем-то… Нет, те, кто обещал, выполнил, получил за это мзду. Да. Нормальный человек. Нормальный. А лихаимец, он, во-первых, тебя обдерет как липку, во-вторых, нет никаких гарантий, что выполнит обещанное. То есть надурит. Понятно. Или... То есть не держал свое слово. Конечно. А в конечно. Тех обстоятельствах человек, который не держал свое слово, он был не рукопожатым. Но при этом ободрал тебя как да, липку. Но при этом, да. Или, скажем, безгрешные доходы. У нас такого понятия нет, а в первой половине 19 века были. Командиры полков, особенно кавалерийских, ну, от казны чего-то экономили все время, отпущенные какие-то средства. Если они не обирали личный состав полка, то никто же слова плохого не сказал. Это безгрешные доходы, ребят. Это вот то, что он должен пользоваться, может пользоваться, и все. Понятно. Если мы вот таких вещей учитывать не будем, то да, декабристы вообще гады полнейшие, понимаете? С точки зрения вот общеморальных, общечеловеческих ценностей. Чего, такие же, как и все остальные? Да не такие. Ну да, надо понимать атмосферу вообще, в которой они... Конечно, конечно. Понятно. И еще один вопрос. Ну, хорошо известно, что уже на протяжении, ну, как минимум, последней четверти века, а может быть, даже и больше, существует масса всяких версий событий на Сенатской площади. Ну, начинал разработку этой темы тот же Яков Гордин, потом к нему подключились и Михаил Сафонов, причем да, в основном да, питерские да, историки. Да, питерские, да. Да. И сейчас вот активно, значит, раскручивается версия, по сути дела, причастности генерал-губернатора Петербурга Михаила Андреевича Милорадовича к этим событиям. Вот как бы вы откомментировали, насколько вот эти версии, новомодные версии событий на Сенатской площади и предшествующим, значит, вот, да. обстоятельствам, они, ну, соответствуют действительности? Ну, то, что Милорадович хотел Константина на престоле, это, безусловно, совершенно. Они, по-моему, приятелями были, да? Ну, они смысле, были, они... как сейчас мы назвали, однополчанами. Однополчанами. Конечно. Да. Вместе воевали. Вот, это правда совершенно. То, что он хлопал себя по карману и говорил, что у него 60 тысяч штыков в кармане, это самое, это правда тоже. Ну, да, Петроградский. Да. Вы понимаете, говорил ли он с Николаем и заставлял ли он Николая вот подписаться, отказаться от престола в пользу Константина, я не знаю, это у меня большие сомнения насчет этого. Но то, что Николай позицию его не мог не учитывать, это правда. Это правда, конечно, должен был учитывать эту позицию. И Милорадович, кстати говоря, вот ведь его выезд, его гибель, это, он же вот этот грех свой искупал этим самым, понимаете. К восставшим выехал, получил пулю. И удар штыком. Ну, штыком-то в лошадь. Лошадь, да? Кольнули лошадь, да. То есть в ногу не попал. Унесла его просто, да. А, то есть в ногу не было? Нет. Это Оболенский ударил да, штыком? Да, Оболенский. Вот, это самое. Что касается Сенатской площади, вернее, предсенатской вот истории вся, вы понимаете, ведь декабристы действительно разбили свои силы на три отряда. Один отряд должен был захватывать Зимний дворец, другой – Петропавловскую крепость, третий – Сенат. Но они поставили совершенно не тех людей во главе этих отрядов. Ведь Якубович, он не декабрист. Александр Иванович Якубович – это бритер. Дуэлянт – это кумир
гвардейской молодежи в свое время. Mm. Сейчас это кавказский офицер, раненый в лоб, этой повязку носящий на лбу. Это романтический такой герой. Но он не декабрист. Mm. Они его поставили во главе отряда, который должен был Зимний дворец захватывать. Но он отказался, испугался в конце концов. Он понимал, что без крови Зимний дворец не захватишь. А крови он испугался. Тем более, когда речь шла об убийстве и наследника, и его да, семьи. Да, да. То же самое. Ведь командир отряда, который должен был Петропавловскую крепость захватывать, а Петропавловка – это арсенал гвардии, помимо всего прочего. Пушки Петропавловки простреливали весь центр Петербурга. При желании могли простреливать. За две недели человек принят в общество. Какой он убежденный революционер, понимаете? Тоже отказался. Ну и Кубович его подговорил, так сказать, они договорились. О ком идет речь? А бывший командир измайловского полка, воинов такой, это самое. Вот, который потом расшибет себе голову в камере насмерть, о стенку, это самое, покончит жизнь самоубийством. Ну, поняв, как он подставил товарищей, это самое. Такая у него кончина будет. А Якубович сойдет с ума. И поэтому в ссылке он уже был ненормальный, вообще-то говоря, к этому времени он уже был ненормальный. Потому что 14 декабря он ведь дважды выезжал к восставшим. Поэтому, вероятнее всего, Сергей Петрович Трубецкой не вышел на... То есть диктатор восстания? Да. Трубецкой-то не вышел по-другому, по другой причине. Я тут не хочу его оправдывать, он все равно подставил товарищей, безусловно, но резон-то в его невыходе был. Он считал, что без диктатора ничего не будет. То есть он таким образом хотел предотвратить восстание? Конечно. И ведь Николай действительно, отсылая Якубовича к восставшим, сказал, что скажите им, что если они сейчас разойдутся по казармам, я сделаю вид, что ничего не было. Mm-hmm. Якубович приехал к восставшим, сказал, ребят, стоим, он вас боится. И еще чуть-чуть, и все. А поехав к Николаевску, не, они не соглашаются. Понятно. То есть роль провокатора, конечно, такого условия. Конечно. Это как в свое время Владимир Николаевич Львов сыграл роль провокатора в конфликте Керенского Корнилова. Да. То есть вот, кстати, случай, да? В истории, да? А вообще провокация это вещь, которую очень интересно бы исследовать в истории. Вот именно, да. А потом уехал вообще домой, заперся, вооружил денщика и уверял на следствии, что декабристы хотели его убить, штурмовать его квартиру. И сошел с ума очень быстро в Сибири и умер в сумасшедшем доме. И поэтому в Сибири Трубецкой объяснять и оправдываться не мог ничего. Он бы должен был все сваливать на Якубовича и Воинова. Один покончил самоубийством, другой сумасшедший. Ну как? Вот он не молчал, он ничего и не объяснял тому. Дядя Михайлович, один последний вопрос в завершение вот этой нашей встречи. Скажите, а вот вам лично кто из персоналей и декабристов, и народников все-таки ближе по своему психотипу, по своей значимости? Кого бы вы причислили действительно к неординарным личностям, память о которых достойна, так сказать, памяти потомков? Вы знаете, я не знаю, что это скажет, так сказать, вот слушателям, но для меня Батеньков, конечно, Кирилл Степанович, да, фигура очень интересная и достойная. И достойная фигура. Пожалуй, он. Потому что в руководстве еще, не знаю, не назову. Не назову больше никого. А среди народников, там интересно. Народникам же достался богатейший человеческий материал. Богатейший, замечательный совершенно. Ну, недаром Морозов, Бух стали после всего, так сказать, академиками при советской власти. Там кто-то из них аэроплан еще изобретал. Но этот человеческий материал был растрачен настолько бездарно, понимаете, что тут фигуры, просто влюбляешься, когда вот смотришь по одному их, влюбляешься. А потом, когда вспоминаешь, чего же они наделали это? Понятно. Не знаю, тут фигуры какую-то любимую трудно мне назвать. Понятно. А наиболее зловещие тогда фигуры и того, и другого движения? Пестель, конечно.
Пестель. У декабристов Пестель, безусловно. Ну, Пестель вообще там в Южном обществе. Сергей Муравьев-Апостол, конечно, фигура тоже. Но Пестель-то вообще, он там как диктатор действовал. Конечно. И он конечно. Даже само общество формировал, фактически людей подставляя и заставляя их подписывать. Да еще и в профиль был похож на Наполеона, как, ну, да, как да, одно да. лицо. Кстати, и по прическе. И, вот по, если прическе, смотришь, и по фигуре. И по фигуре, да. То есть комплекс этот был, да. Ну, а среди народников, конечно, Сергей Геннадьевич Нечаев. Тут этого экстремиста ну, просто никто не переплюнул. Ну, понятно, просто. Понятно. Ну что, дорогие друзья, я на этом хочу попрощаться с вами и поблагодарить нашего замечательного гостя. Еще Спасибо раз напоминаю, вам. Да, что это наша первая, но, надеюсь, не последняя встреча. И мы к вам обязательно еще раз напросимся в гости. Всего доброго, до свидания.